Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 30 августа, в неделю 12 по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает память мученика Мирона Пресвитера. Во времена гонения Декия, около 250 года, правитель Ахаи Антипатр ворвался в церковь, где христиане праздновали Рождество Христово. Он желал схватить наиболее видных из них и пыткой принудить принести жертвы богам империи. Мирон, священник, которого все любили за кротость и благородство, бывший некогда другом Антипатра, бросился к магистрату и начал резко обличать его. Затем, обратившись к верующим, он убеждал их твердо стоять на камне веры, не сомневаясь в том, что Христос не только дарует им мужество противостоять тирану, но также и откроет врата в Царство Небесное. Разгневанный Антипатр приказал арестовать святого и удалился. Святого Мирона привели на форум, расположенный рядом с храмом Диониса Вахха. Когда магистрат потребовал от него принести жертву этому богу, Мирон ответил, что не знает иного владыки, кроме всемогущего бога, который пребывает на небесах. Его растянули на дыбе, чтобы с живого снять кожу. Святой, побеждая страдания, пел псалмы и отвечал: «Я христианин и не буду приносить нечестивые жертвы». Затем правитель приказал бросить его в раскаленную печь, пламя которой поднималось более чем на 23 метра. Доблестный мученик, осеняемый благодатью Божией, не почувствовал никакого жара и вскричал: «Прей духом сквозе огнь и воду, и извел еси ныне в покое». По его молитве пламя вырвалось наружу и обратило в пепел 150 идолопоклонников, стоявших рядом. Правитель бежал, прокричав стражникам, чтобы они отвели святого в тюрьму. Наступил вечер, и Антипатр, поговорив с советниками, приказал привести мученика на торговую площадь. Поначалу он не узнал Мирона, настолько его лицо сияло светом, но мученик заверил, что это точно он. Тогда Антипатр вынес решение срезать со святого всю кожу от плеч до ног на ремни, в то время как палачи исполняли приказ, доблестный мученик пел: «Терпя, потерпех Господа, и внят мне, и услыша молитву мою». Затем, взяв в руку ремень из окровавленной кожи, он бросил его в лицо тирану со словами: «Нечестивый, ты получаешь удовольствие от этого зрелища. Знай, однако, что я легко перенесу мучения, потому что возложил надежду на Господа, а твоим приобретением будет лишь вечное проклятие». Мучители старались усилить его страдания, но святой оставался невозмутимым, обратив взгляд к небесам. В ответ на молитву Мирона раздался голос, который слышали все: «Твоя битва скоро завершится. На небесах тебе уготован престол». Мирон был отведен в тюрьму, а затем предан на съедение зверям в амфитеатре. Осенив себя знаком креста, он стал перед хищниками, и они не осмелились приблизиться к нему, но выказали уважение, словно Адаму до грехопадения. Против него была выпущена дикая львица. Она подошла, простерлась у ног святого и перегрызла его веревки. Затем она заговорила человеческим голосом, дабы возвестить магистрату его близкий конец. Это чудо вызвало у присутствовавших громкие возгласы удивления. Антипатр перед лицом стольких чудес впал в неистовство и причинил себе смерть собственными руками. Святой Мирон был затем перевезен в Кизик и там обезглавлен, перед этим выказав правителю непоколебимую веру в Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Пимена Угришского, преподобного Алипия Иконописца Печерского в Ближних Пещерах, мучеников Павла и Улении и прочих, мучеников Фирса, Левкия,
Короната и дружины их, мученика Патрокла, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. Чествуется собор кемеровских святых, священномученика Алексия, великосельского пресвитера, священномученика Димитрия Остроумова, пресвитера. Совершается празднование иконам Божией Матери, именуемой «Прибавление ума». Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.